правда, футболка. Да, привет. Привет, привет всем. Привет. Сейчас, Ваня. Будем готовить завтрак. Спасибо. Серега Стар пишет, я на чемпионате. Ну что, как там дела? Как там дела? Привет, привет, Катя. Как там дела на чемпионате? В самый раз завтрак. Бодифитнес сейчас. Мы выспались. Бодифитнес сейчас. Да? Ну, угу. Отлично. Так. Ваня попозже поедет. Сейчас позавтракаю и поеду. Да, и так что приходи ко мне. Это кто? Подружка? Да. Уже? Она прям тут недалеко живет, прям вообще рядом. Прям судьба. Плохо слышно, это я, наверное, зажала опять. Доброе утро! Доброе утро, да. Через дорогу. 46 человек. О, так, я... мы сегодня будем кушать что? Овсянку. Да, мы вместе живем. Че, нет, что ли, овсянки? Овсянка есть, ну? Во, нашел. О. Овсянку сегодня будем кушать. И яйца. И, кстати, да, без желтков. Мне придется к этому привыкнуть, наверное, потому что это... Потому что это... Сколько тебе овсянки сыпать? Немножко, я... Хватит? Да. Ты еще с сахаром ешь ее, да? Я сейчас с сахаром. Да. А я без сахара. Ты с протеином. Да. Да, опять желтки в кошмарах снится будут. Да. Сейчас 15 желтков улетит. Вы представляете, 15 желтков теперь улетит. Не 10, а 15. А что не так с желтком? Ну, объясни, Вань, что не так? Да все нормально с желтком. Просто они улетают в унитаз. Так. Это шоколадный протеин. Это тебе. Так, в желтках много полезного есть. Да, да, да. Лишний жир в унитаз. Да, вот. Это не сахар, это протеин шоколадный. У меня сахар. Да, а у Вани сахар. Там у него столько сахара, да? Да. Я качок? Нет, я еще пока дрищ. В желтках много БЦА, пишет. Понятно, что там много. Всего. Сахар хуже, чем желтки. Я знаю. Что там на чемпионате? Какая-то странная куртка взялась. А вы геркулес не варите, просто кипятком заливаете? Да. Привет. Да, давай, я тебя жду. Набери. Сейчас попробуем, как это на вкус. А протеин не свернется, пишет. Не свернется. Как ты накачал такие огромные предплечья? Тут много левых, походу, опять зашло. Я не качал предплечья вообще. 78 человек. Генетически такие. Так, все, я за яйца берусь. А я, пожалуй, на руках.
Нам в одну чашку не нужно. Нет, еще пока не отправили яйца в унитаз. Сейчас будем отправлять. Сейчас будем отправлять. Кстати, не 10, а 15. К сыроедению как вы относитесь? К сыроедению? Что такое? Наверное, никак. Вань, ты сначала не угостинина берешь овсянку за 2500? Нет. Не в гостюню. Я беру геркулес 15 минут. Кстати, яйца вообще просто огромные. Это у нас, да. Кстати, знаете, какая категория CB. Это еще круче, чем C0. Вообще огромные. Хорошие тренировки. Сколько такие стоят? Не знаю, я не смотрел на цены. Как и я тоже не смотрю на цены никогда. Все, про гостинину давайте закроем тему. Да. Уже. Сегодняшнюю победу Кулаева планируете посмотреть? Нет. Где смотреть? Трансляции будут. Да, очень хорошие яйца. Сразу видно. Чё-чё? Яйца хорошие, сразу да, видно. Да, огромные, да. Мы делаем завтрак. Точнее, Ваня делает завтрак, а я да. Только оператор. Сколько белка в день примерно? 350-400. Надо. Так. Блядь, желтки разорвались. А Кула выиграет, как думаешь? Да выиграй. Привет, привет. Блять. Блин, херово. У меня уже третий прием пищи, а вы только завтракаете. Да, мы только проснулись. Да. Барселона или Реал? Я бы за Барселону. Да, я тоже. Жалко. Чего? Тут что, 15, да, яиц? Здесь пока 10, 15 не влазит. У них желтки развалились, сука. Вива Барса. Хала Мадрид. Купи такую штучку, желтки высасывает. Высасывает? Высасывает. Не буду покупать, мне нравится вот этот процесс. Кстати, желтки маленькие, а белка много. Вообще, на самом деле, лучше сразу, да, их, когда разбиваешь яйцо, надо сразу как выливаешь, и желток потом вот просто так. Мне нравится ложкой выковыривать. Все. Я буду в следующий раз делать. Хорошо. Почему желтки нельзя? Кстати, пустой да пластиковую бутылку можно высасывать, вот эти вот желтки. Пустой можно их есть, я иногда ем, просто... Просто так делаю все время с утра и все. Ну, Ване так нравится вылавливать их. Да. Так, сейчас еще 5 штук наколочу. На сушке тоже так? Да, это именно сушки, привычка такая. Пишет, что это твой фетиш. Да, это мой фетиш. Ритуал. Да, ритуал, я так уже говорю уже. Лагает? Лагает? Не то у вас лагает. Не может, да. У нас на Wi-Fi здесь все круто. Так, что сегодня по мышечным группам? Чего? Сегодня качаешь, в общем, наверное. Руки. Вечером. Так. А винегрет, салат можно кушать? Кушайте, чё? Почему нельзя? Кота заведете? Кота? Блин. Так вчера бы только. Вчера только об этом говорили. Угу. Не заведем. Рыбок. Максимум. Пока. А то мы
Если только Ксюша тут не заведет, пока я поеду на чемпионат. А да, а то у меня такая привычка всегда была. Заводить кого-нибудь. Да. Она, кстати, дома будет сидеть, она болеет. Да, я сегодня целый день дома. Котятки же круто. Котятки круто, мне нравится. Но эти котятки вырастают вредных котов, которые гадят. А черепашку? Черепашку? Зачем черепашка? Я черепашка. Ниндзя. Ниндзя. Пошли. Вот, смотрите. Так, бабушек от экрана убрали. И не только. И дедушек. Тоже. Дедушек всех убрали от экрана. Всех. Это. До свидания. Ну все, сейчас начнем. О, что ты сделал? Жесть! Всему свое время. Чего? Детей в туалет слил. Детей. Цыплят. Да. Вообще, на самом деле, я делала вот яичницу, ну, себе из 3 яиц. Из 5 для меня слишком много было. Ну все, теперь мне придется привыкать. Нет, там где сейчас откину, то одну треть, 5 белков нормально. А не лучше просто один белок покупать, чтобы при желтке не выбрасывать? Лучше, но я его отделяю. Я же говорю, это мой фитер. Да, у Вани. Я столько яиц за месяц съедаю. Как ты за раз. Лучше. Кот в доме помогает восстановлению мышц после трения. Ну все, точно теперь заведем. Чего? Кот помогает восстановлению мышц после кот? Трения. Да. А-а-а. Не надо меня, не разведете его на такое. Ну мы еще посмотрим. А что, куда посмотрим? Чего? Это мы посмотрим. Смотрят они мне тут. Котяру какую-нибудь такую хорошего, пушистого. Да, нет, никаких котяр. Ну ладно, мы потом поговорим. Потом. У кошек лучший характер. Мы вообще не будем об этом говорить. Слушай, это тоже про детей спрашивают. Вы чего так торопитесь-то? Каких детей? Хомяка. Ну, у меня было, кстати, хомяка. Хомяки. 11 хомяков у меня было в детстве. Это был ад. Так, ну что, там еще не говорят, что соль вредна? Мейн-куна заведите. Кого? Ну, это как кошка есть. Мейн-кун какой-то такой. Похоже, на, по-моему, на такую кошку. На тигр, не на тигра, а леопарда, что-то типа того. Да. Не знаю. Такого не знаю. 11, да, хомяков у меня был. У меня сначала было 3 хомяка. Потом две девочки и один мальчик. И потом это все переросло в такую большую дружную семью. Они еще в разных клетках были. И содрались, передрались. В общем, кошмар был. Тебе чай надо? Угу. Снятый? Не, обычно спросил. Ваня Хаммер купил уже давно. Ну как давно? Неделю назад. Вон он стоит. Блять, как приблизить? Вон он. Видите? Черный. Шорный, самый шорный. Грязный уже. Блядь, вчера дождь лил. Падла. Яйца надо крутить. Мы в Москве живем. А? В Москве. Че в Москве? Живем. Да, в Москве. 2005 года. Окна грязные, говорят. Да, окна грязные. Надо Наталью вызывать.
Печку включили, что готовите? Да, большой объем белка. Хамир, наверное, столько же ест, как и Ваня. Когда уже все успокоятся с тем, сколько он ест. Блять, он ест меньше, чем рейндж-ровер, блядь. Двадцатку он ест, блядь. Лишь все джипы, блядь, нормальные. Не кроссоверы какие-нибудь, а все здоровые. Не все одинаково хавают примерно. В районе вот там 20 литров. По городу больше. В среднем 20. Вань, тебя знаешь что? Путь тут с Нагиевым часто. С Нагиевым? Да, мне кажется, вообще никакого нет. Вообще абсолютно. Никакого. Да, абсолютно. Первый раз ты слышу. Я тоже. Что за гомункулы? Чего? Что за гомункулы? Чего про каких-то гомункулов-то они пишут? Какие гомункулы? Не знаю, что такое. Нагиев дрищ. Ну да, по сравнению с Ваней. Похож на Нагиева, реал. Да не похож на Нагиева. Успокойтесь. Сбоку. Очень. Ваня вредный такой, пока голодный. Он не вредный. Сосредоточенного приготовления. Да. Это что? Ну что, вы не видите? Это, что это баланда? Белок. Баланда какая-то. Ах, туда бы лучка, помидоры, паприки. Фу, блин. Привет. Да не буду я себя показывать. Не хочу я себя показывать. Давай, не вам покажу. Все злые, когда голодные, это точно. Я вот злая. Вчера, когда в Дмитриеве вчера мы были... Вчера вообще меня чуть не убило там, в этом Дмитриеве. Ксюша, завтра во сколько все собираются в зале? Я скажу всем вечером. Вечером. Как у Пули дела? Как сажа дела. Да. Да вроде дождался Майк, нормально. Ну, как у неё наконец-то дела? У неё, блин, бедный там так перескопил жалостно, когда Майку да, это... Так, хватит тебе? Угу. Нет, немного даже. Ладно, я тебе тогда... Все сначала подумали, что это Дмитрий Нагиев, ну что. Все, Вань, ты теперь Дмитрий Нагиев. Ты теперь не тесак там какой-то, а Дмитрий теперь Нагиев. Теперь не тесак там какой-то, да? А я не знаю, кто такой там тесак. Все не будет показывать, то она не накрасит, поэтому не покажет. Конечно, я не накрашенная, не буду себя. Господи, она не накрашенная и накрашенная одинаковая. Это, кстати, очень редкое явление у девочек, когда они практически незаметны, когда накрашены, когда не накрашены. Вот Ксюша именно такая. Это большая редкость. То обычно вечером одну девочку видишь, утром... А, блядь! Да, сейчас... Чудо, конечно, косметики. У нас такого нет. Так. Вот, смотрите. Сейчас чай еще. А что ты смородину ешь? Надо есть. Она, кстати, тут, наверное, надо было в холодильник положить. Да ладно, нормально. Да уж, это точно. Штукатурит, а неловко, девушки. На самом деле, там столько всего. Всяких там приспособлений. Обманывает.
Сплошной обман. Так, я сейчас сюда попадаю сахар. Почему ты себе не добавил протеин? Я не люблю. Ваня с сахаром ест. Почему такие тонкие ноги у тебя, Ваня? Какие? Тонкие. Тонкие ноги? Я посмотрела на ваши. Тонкие ноги мои. Какие гомункулы, блин, какие они, про что они вообще говорят, несут какой-то бред. Что за гомункулы? Я не особо понимаю, о чем речь. Что ты слышал это слово, я просто не загоняю. Лучше тебе не знать, что это. Хорошо. Ничего. Сейчас все здесь. Пока я никого не убил. Кого-то. Ага. Ведерко чая. Ведерко, да. Пол ведерка сахара. Походу, в кулере не хватает на 2 ведра кипятка. Первый кипяток льется, второй уже остывший. Ты зажигатель я пробовал когда-нибудь? Ну, когда-нибудь пробовал, но я их не использую вообще. Диман пробовал, да? 2 штуки сразу, по-моему, за раз. Да, у меня стоит там Hellfire, что ли, какой-то, или что-то. Я там так раздаю иногда. О, кстати, может, изюм кинуть в эту овсянку. Так, ну что, мы болтать будем или отключим? Ну, если только ты поболтаешь с меня. Болтать будем или отключаемся? Что делать человек? Давай. Нихера себе. Смотрите, какая дельта. У меня тоже. Так. Ложку надо взять. Спасибо большое. Чего? Приятного аппетита. А, человек. Спасибо. Еще, кстати, изюм кину сюда. Не так все сладко. Еще наконец-то все увидели тебя. Краешек, да? Че за гомункул, а? Да не надо все. Надо внести это слово в запретное. Что-то плохое. И банить. Я так думаю. Вот про Гостюнина будем банить, и про Гомункова. И тогда никого не останется. Гомункул. Блядь, что-то знакомое. Не надо. Я думаю, что это не очень хорошее. Мы отлично. У нас у вас утро, а у нас 2 часа дня уже. Но мы только проснулись. Я думал, выспались. Гомункул, блядь, что-то знакомое. Это плохое что-то. Плохое? Да. Надо погуглить. Гомункулы, искусственные маленькие люди. Они пищат, не ешь ты их. Ну как каша? Сейчас посмотрим. Ну она такая. Что, нормально? Вкусно, да. Вкусно? Так необычно, с шоколадом вообще. Я же варю ее. Ну она это. А так она даже не лучше. Ну, она вкуснее. Она просто разбухла чуть-чуть и все. Ну, если честно, не очень. Мне не очень вкусно, я не особо тащусь на то. Просто это надо съесть и все. Нет, мне нравится больше такая, чем вареная. Мне вареная не надо. Да, эти люди. Она секси. Да. Спасибо.
тебя... Нет, я не пойду на соревнования. Да я давлюсь, на самом деле, овсянкой. Либо... Ну, просто только надо. Нет, не ношу ортопедические. Покажись. Мне говорят. Да. Она болеет, она спряталась. Левых много слишком. Ну да, если про жим спрашивают, то это все уже понятно. Да, омлет ем. Блять, он заебал просто, уже дальше некуда. Думал, тесак. Надеюсь, тесак. Гомункул, человечек какой-то там. Да, на массе. Здорово. Как, о, еще прибавился. О, одного забанил, прибавился. Как нас зовут? Нас не зовут. Мы сами приходим, да? Угу. Отлично, дела. Что едим? Овсянку и яйца. Спасибо. Нет, кипятком залитые. Так, даже так вкуснее. Можно два раза качать, если руки отстают. Можно два раза попробовать. А мы из Москвы. Мы из Москвы. Бицуха как голова. Даже больше. Ребят, я не знаю, Димон отсылает по России или нет. Честно, не знаю. Вы свяжитесь с ним. Ну, у него же есть этот офис Kingstar там где-то. Спросите, я точно не знаю. Нет такой информации. Ну, Коломойцеву можно верить. Я у него беру сейчас гормон. Хороший ценничек. Он завез джин много. Я сейчас у него беру. У нас вид спорта, кто больше съест овсянки и яичных белков. Вот. Чего чистый? Нет, я грязный боди. Не чистый, грязный. Саша. Нет, Сашот. Сбрей грязь. Чего тебе показать? По лицу сразу видно, блядь, дерьмовый зад, ну, в смысле, невкусный, противный, но надо есть. Добрый день. Всю жизнь качаюсь. Да, тесак, сегодня только откинулся. Я не знаю про кроссфит вообще ничего, и про маску тоже. Я тоже себя перед завтраком настраиваю, как бы это дерьмо все съесть. Честно, я утром не могу есть вообще. Льняную кашу нет. Кто рядом? Кто рядом? Тот, кто ест овсянку с шоколадным протеином.
Да? Блин. Да, 7 дней в неделю занимаюсь. 2 часа у нас, 3 час, да? Сейчас поем, поеду. Будущее. Я бы использовал для увеличения ног и 6, 8, и 15, и чередовал бы это дело через раз. Дерешься хорошо? Приезжай в Инферно, проверим. Да, я Ваня. Просто Ваня. Блин, что-то да, народ прям. Ну, сегодня же суббота. Не, ну кто-то заходит. Не подписчики, другие заходят. Вкусно. Ну, не очень, если честно. Не вкусно, но надо. Ты как? Тяжело. Ну, она уже съела. Это я тут сижу, блин. Да, едим. Ты в топе. Вот и заходит. Да что-то у нас топ какой-то. Слабенький. Я, по-моему, себе насыпал, блин, очень много овсянки, меньше сыплю. Привет, Ижевск. Я, кстати, в Ижевске выиграл свою первую абсолютку на турнире. Давно это было, в 2010, по-моему, году. И понеслась. И понеслась. В Ижевске психанул и понеслась. Как похудеть на велике? Блять. Такие вопросы. Как похудеть на велике? Крутить педали, наверное. Заебал овсянка. Спасибо большое. Столько что-то много пишут, вообще непонятно. Когда большие сообщения, как ты это. Я не успеваю просто прочитать что-то там. Там. Такая вся грязная. Что? Я грязная вся в шоколаде. Обляпалась? Угу. Бля. Столько всего пишут. Да, соль добавляю в еду. Солю постоянно, нормально. В Бирюлево. Я и закупками своими заеду. Что-то сегодня вспомню. В бар надо заехать. А что там в Бирюлево? В какой именно зал? Я заезжал недавно к дочке на днях в Бирюлево. Блин, не успеваю что там. Перископ лучше телека с новостями. Да, блин, я это самое. Поем, сами отвалится. Сколько лет? Всю жизнь. Блядь, как мне эта овсянка уже бесит. Я что-то до хера насыпал. Да не могу уже. Да не доедай. У тебя там много. Тоже. С утра до вечера драчу. Да, Ксюш? Вот она видела. Сижу и драчу. Уже, блядь, всю порнуху пересмотрели. Я сижу, драчу, драчу. Прям, блядь. Для чего нужен аргинин? Я пью на тренировках перед тренировкой для
пампинга. Привет, привет. Целуйтесь. Без камеры целуемся. Бицуху не мерю. Без свидетелей, да. Да у меня тут немного спортпитания. Креатин принимать не важно, когда. Принимайте его в первой половине дня. Он все равно накапливается. Как тебе белок? Солененький, вкусный. Как накачался? Пошел в зал, качался, качался и накачался. Надо, как там, качать. Блин. У нас было раньше вот качаться, да, там в столовой, в зале ебашить, в столовой ебашить. Угу. Мама любить и родину любить, да, там. Да. И семью. Все правильно. Да, на Мельдонии. Привет, Астрахань. Классная прическа, вообще огонь. Никаких проблем. Платочек взял. Так вот. Протер. И заебись. Никаких проблем. Что дает глютамин? Глютамин — это аминокислота, самая распространенная, которой больше всего везде, и в организме, и во всех продуктах. И он очень сильно повышает иммунитет. И вроде бы как он при нехватке каких-то простых аминокислот может преобразовываться в них, синтезироваться как-то там. То есть прием глютамина больше для иммунитета, все-таки для повышения иммунитета. Потому что тяжелые нагрузки и прочие, допустим, там сушки. На сушке очень надо глютамин пить после тренировочки. Вот. Ну это как бы на словах. Чисто вот на практике. Для чего он нужен? На сушке, желательно после тренировки. Да и на массе тоже пойдет. Для повышения иммунитета. Что за булки? Где булки? Вот эти булки. Булочки. Любые упражнения делайте. 111. Любые упражнения делайте, ё-моё. На что? Нету хороших, нету плохих упражнений. Делайте уже какие-нибудь. Не задавайте вопрос, какие, а берите и делайте. Все хотят эффективно. Что-то. Все хотят волшебного упражнения. Нет волшебных упражнений. Все упражнения надо делать. Я абсолютно все упражнения делаю. Все сгибания с гантелями, со штангой, в тренажере, где угодно. Пока вы не начнете делать, ответы на свой вопрос не получите. Давайте, счастливо. Эй, качок. Эй, торчок. Поцелуйся. К пауэрлифтингу никак не отношусь. Вообще. ББ. Походу нас опять там куда-то вырвало вперед. Пересолен? Не, вкусно. Нормально. Самый раз. Слушай, мне такое впечатление, знаешь, перископ — это цирк. Напряги то, напряги. Сделай да, то, да, сделай да. Это, блядь. Сделай еще что-то. Что за херня вообще? Ну, что кушать? Овсянку, яичные белки кушаем. Молодец, я буду спрашивать. Угу. Жена касается, да. Касается. Красавчик. Качается, да.
Да, здоровый образ жизни. Нет, предтреники не пью. Давным-давно не пью предтреники. Могу кофе выпить перед тренировкой и все. Спасибо. Предтреники не пью. И вам не советую. Да, необходимо бы сюда пить. Слушайте, своих вообще нет, походу. Мне тоже так кажется. Спаса Кукоцки? Нет. Это слишком великий человек. До него мне еще расти и расти. Знакомство с ним это будет просто... что-то невероятное. Мега событие в моей жизни. Банк, будь здоров. Шпак ест собак, правда? Да, истинная правда. Шпак, мы тоже ест... едим собак. Мы тоже едим собак. И кошек. Это у нас на самом деле там овсянка, там да. Белок. На самом деле у нас... И грудку мы не жарим, это не грудка. Да, это не грудка, блядь. Это кошки, собаки там. Хомячки. Вот, которые бегают там на улице. Хомяки. У нас там целый это, развод хомяков, мы их жрем. Смотри, как попёрло, что-то вообще не реально. 130 человек. Да. Надо баночку показать, что еще больше будет, да? Ага. Спасибо, мы уже почти поели. Всю жизнь качаюсь. Всю жизнь. Нас не зовут, мы сами приходим. У нас, у меня есть дочь. На самом деле я бегаю быстро, очень, очень быстро. Так что лучше не проверяйте, догоню. Ксюхи в кадр, сразу толпа потянется. Ой, блин, о чем вообще народ говорит? Да вообще какую-то несут пургу, короче. Да, человечину ем. Раскрыли секрет века. Мы младенцев маленьких. Мы каннибалы, блин. Да. Мы тут детей отнимаем и едим. Младенцев приносим в жертву. Блять, посоветуй диету хорошую. Просто иди качайся. Иди качайся и ешь овсянку с белком. Здоровый образ жизни. Да. Сложные углеводы и белок. Диета. Вот и вся диета. И овощи обязательно. Ничего сладкого, ничего бредного. Это все истина, старо как мир. Банки маленькие, да, я знаю, надо сегодня подкачать пойду. Вот. Вот это надо было заблокировать. Ну ладно. Каркаш, сейчас поеду на чемпионат. Я вот сейчас... доедаю пару ложек и поеду. Да, сегодня руки вечером. Я показалась. Я решила. Ты показалась? Да. А ты там все говоришь, что я не накрашенная, страшная. Вот, смотрите, как она не накрашена, видите? Красивая. Да, смелая. Покушала и смотрю, да. Я смелел. Я не пойму, кто кому чего пишет. Да, и теперь добрая. Поела и улыбается, добрая.
Вань накормил. Чего? Вы дебилы, а ты? Здорово, кучерявый. Жена, фитнес-бикини? Нет, я не фитнес-бикини. Сколько ей, 29? Она просто бикини. Кто там уже спалит-то все? Вообще, все расскажут, да. А? Может, мы вам по секрету сказали, они уже все рассказывают тебе. Все заметь. Так, ну что, все, пора собираться на чемпионат, да? Угу. Зачем снимать, как вы едите? Ну... Чтоб ты спросил. Зачем-то вот 140 человек смотрят. Я в душе не понимаю, почему это все смотрят, как мы едим. Видимо, все заебались смотреть, как все бухают, курят, колятся, шлюх каких-нибудь снимают. Решили зайти посмотреть, как люди просто едят здоровую пищу. Еще и советы. Выглядят советы. Как бы не как совет, все. Совет, дурак какой-то пишет. Ну, то он заебал. Он специально пошире так написал, чтобы его легко было поймать. Он станет про. Я стану про. Нет, пока еще не про. Ладно, народ, если из своих кто есть, давайте. Я, наверное, с чемпионата сейчас поеду, подключусь. Ну, из левых всем здоровья. Будьте. Трансляция будет в 6. Чё? С этих. С откуда? Области. С области в 6 будет трансляция? Не понял, откуда? А я буду? Не будешь есть? Не знаю. Давай посмотрим. Все, народ, давайте, короче. Спасибо, что посмотрели. Пока.